усадьба на букву с торца. Ничего себе, пирамида какая. Так. Ух ты, тут как льет. Да, остаться. Ну, зеркало, да, станционный смотритель и зеркалочка, да? Попробую приблизить, так. Да, вот оттуда, конечно, с моста снимать было очень удобно, но... Да. Вот. Красиво. Да, не видно будет там станционный смотритель. Речка называется, не знаю, ну посмотрю сейчас, если буду ехать там по этой речке. По мосту, вернее. Так, ну и что, березки молодые, ага. И что, мы вернулись к усадьбе Набокова. Так. Так. Да, так туда, конечно, сверху. Опа. Так. Оттуда. Но там не остановиться, там нет мост, вот, не встать там. Все, обзор отсюда. Но все равно красиво. Очень красиво. Туман такой вообще, вот туман над рекой. Ой, какой туман, боже мой. Там вообще по всей трассе туман. Туман, туман. Дубы. Здесь дубы. Так, вот какой мост вообще. Так, ну попробую еще отсюда. Колонны снять, так, вот так. Сейчас еще оттуда сниму. Вот это да. Конструкция какая. Ой, дуб, боже мой. Ой, какие дубы. Ох-хо-хо. Ой, у нас 100 лет, а то и больше. Ну, какой у меня тут плацдарм. Так. Слушайте, какое сооружение, да, вообще? Не сооружение, здание какое построили. Камера. Мы сами тут с камерами. Вот это сколько лет, интересно, этому дубу, а? Вот то-то. Вот это да. Церковка это туман. Ого. Какой. Татку. Вот мы, конечно, старые как. Ой, какие интересные колонны тут уже. Ого. Тут мостик. Так, ну-ка посмотрим. Вот так можно спуститься туда, я поняла. Так-с. Ну-ка, что? На территории запрещается. Ну ладно, это мы видели. Вот туда можно выйти пешочком. К речке. Речка название что-то. Посмотрю, вот как отсюда она. Ой, 4 минуты уже съемка. Ну, так хотелось все, чтобы показать все красиво. Ну так уже требует. Все покрасили. Лестница такая. Здесь уже закрытая, не видно, не ходит. Ель. Ель. Дубы там. Таня, дубы тут, я не знаю, им, наверное, уже по 100 лет. Ты видела, какой дуб? Вообще! Красота! Ты знаешь, там, иди посмотри, там мостки, там на, прям обзор на речку. И церквушку там видно хорошо, Тань. Ой, красота. Я сама. Ой, Тань, так красиво, посмотри, а. Ой, боже мой. 5 минут уже снимаю, и до этого там 3 минуты с лишним сняла. Смотри, вот обзор, видишь, да, весь вошел дом? Вижу, вижу. Усадьба, вернее, а не дом. А там похоже, что иностранцы, потому что
Я к ним по-русски обратилась, а они не гугу. Смотри, ель какая, видимо. Вот как, наверное, с тех времен посадили, да? Ну, конечно. И вот так и растет здесь. Вот, любуйтесь. Кто не может сюда приехать и посмотреть, я вам бесплатно показываю красоту. Ой, березки, смотри. Ну, эта березка, понятно, молодая. Может, ей 40-50 лет, наверное. А вот дубы, ну, это 100%, наверное, 100 лет им. А вот там вообще потом я тебе видео покажу, Тань. Там, смотри, скворечник. Посмотри, дубы какие. Посмотри, посмотри, вот там тоже дуб такой двойной, да? И половина сгнила, а вторая часть живет, жива. Посмотри, ты видишь, какой дубина? Да я вижу, какой холодно очень. Дуб 300 лет же, да, живет? Я не знаю. По-моему, 300. Вот этим, наверное, по 100 лет. Стопудово по 100. А сколько этой усадьбе Набокова? Не знаю. Вот тут беседочка. Это уже, как ты думаешь, современное строение или с тех времен? Похоже, с тех. Наверное, с тех, да. Отреставрировали. Ну да, а вот, видишь, сидели там. А вообще, смотри, как речка, какой хороший, да, обзор-то у него. Конечно. И здесь, смотри, как чистенько все. Это парк, это все было, это территория. Красиво как, вообще не могу. А смотри, смотри, как улег там, вот дуб. Смотри, как лежит. Нифига себе, он валится, похоже. А вот это что, хозблок, наверное, да, смотри? Ну, что-то так. Либо прислуга там жила. Тоже старинные? Ну, похоже, старые. Да, 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 да. Смотри, там печка, видишь? Это, наверное, прислуга. Вот здесь тоже, наверное, прислуга жила. Но это уже современная, я вижу, вот. Ну, это современная. Да, уже вот эта пристройка, она современная. Потому что, видишь, там уже какие эти... Ладно, включаю.